Всем привет, с вами Алекс. Сегодня мы поедем на кемпинг, будем ночевать в палатке. И теперь я хочу вам показать, какая это будет у нас палатка. Это с нами опять наш большой автомобиль. И вот вы видите, на стойках там стоит такой как бы пластиковый ящичек. Вот из него потом вылезет палаточка. Оставайтесь на канале, все увидите сами. Так, вот в таком месте мы остановились. Там озеро вверху. По той тропинке надо будет идти там где-то с километрик примерно в горы. И здесь вот, ну, ручеек, но сейчас не сезон. Сейчас очень жарко. И все тут вон высохло. Высохло. Вот, что у нас есть? У нас есть вот такое место для костра, где костер жечь. Столик. Есть вон водичка. Вот здесь, который воду. Здесь вот канализация есть, если у вас такой этот, как его, как он называется, блин, если у вас большой трейлер, большой прицеп с домиком на колесах. Вот. Итак, снова всем привет. Сегодня мы будем использовать вот такую классную палатку. Сейчас я покажу, как она раскладывается. Это, в принципе, очень недолго процесс, но выглядит очень прикольно. Так вот это выглядит. Сейчас еще обойду и залезу. Такой вот вход. Здесь вот сетка от комаров москитная. То есть вот заходишь, и там место на четверых человек. Закрывается как снаружи, так и изнутри. Это вот утепленный для холодного климата. Это для такого климата. Здесь вот тоже вот окошко закрыто для холодного климата. Ну, я сейчас открою, чтобы было для теплого климата. Вот это забирая сюда, можно положить башмаки, вот, чтобы не топтаться там внутри. То есть вот у нее три таких окошка. Вот это вот сверху такой дождевой плотный материал. Он тоже снимается при желании. И там есть еще люк на небо смотреть. Но мы не будем заморачиваться. В общем, вот такая вот красота. Я открыл эти окна, только остались москитные сетки. Ну, это входная дверь. И вот здесь. Вот он вверху. Как бы этот люк, который тоже открывается. Вот они, штучки. И можно смотреть на небо. В общем, место тут дофигища. Можно так спать, можно вот так спать. Короче, как вот еще один карманчик туда. Можно пиво ставить, там можно брюки вешать. Короче, вот так это выглядит. И лесенка. Дровишек купили. Вот у нас барбекюшница на всякий случай. И вот забыл вам показать, что у меня такие штучки здесь есть, классненькие. То есть вот это вот слева и справа такие коробочки. А это у нас холодильнички. Вот у нас здесь красота. Вот и пиво, сосисочки, мясо, все, все есть. Вот это вот туалет на кемпинге. Это вот
другие люди тут закемпинговались. Вот. И сейчас вот смотрите, как здесь он снаружи выглядит, конечно, невзначайно, но это природа. Вот здесь мы заходим. Здесь вот видите, умывальнички такие. Здесь вот писсуары. Здесь вот цивильные туалетики с кабинками. И вот здесь вот полноценные душевые кабины. То есть приятно приехать, как говорится, включить воду и принять душ спокойно с утра можно. Итак, вот мы начали поход до озера. Сейчас пойдем кверху и залезем на холмик и там туда на речку. Ой, на речку, на озеро пойдем. Выше и выше. Ну, буду снимать что-нибудь интересное, если что будет. Пошли с тех холмов на дорогу. То есть эта дорога ведет к озеру. Вот, можно идти так, но мы... Ну, мы, короче, пойдем напрямую. Мы же, что нам, пешком? Почему бы и нет? Короче, пойдем вот так. Перешли вот горы за мной, вот который перевал сделали. И вышли опять на асфальтированную дорогу. Вот неизвестно, куда нас эта асфальтированная дорога приведет. Надо пробовать запускать дрон, муху, чтобы она взлетела, муха, и посмотрела с высоты, а то что-то идем и никак до озера не дойдем. Можно и заблудиться. Озеро, как бы это, давайте вот сейчас приближу, то есть вот озеро, горы, вон там какой-то мостик пешеходный. Ну, шли правильно, значит, все правильно делали. Мы вот вышли на площадочку, вот там вот столик стоит, вот здесь уже как бы парковка, и вот можно пойти налево или направо и выйти на берег озера. Но мы, наверное, щеманемся по левой стороне, посмотрим. Вот такая вот, вот такой вот вид открывается, то есть горное озеро. И народу никого, только вон Вова со своим патефоном. Вот. И везде горы, везде мы окружены горами. Вот такая вот прогулочка на сегодня получается.
Вот уже спускаемся. Одна фигня, жарко. У нас лето. Градусов 35, наверное, стоит. Вот. Не очень комфортно, как заниматься таким делом в летнее время, в летний период. Ну, кстати, вот у озера тут попрохладнее будет. Намного, намного интереснее. И как бы вот уже видно и берег, и водичку. И, судя по всему, тут и рыбаки лазят. И это, что вам видно, что кто-то сидит, кто-то сидел тут, ящик перевернул. Вот такая вот красотища открывается. Ветерок. И напомню еще раз, что возле воды попрохладнее будет. Вон там птички парят. И вот такое вот озеро, оно уходит вдоль, вон туда. Сейчас муху запустим, муха слетает, проверит. Так, вода какая у нас. О, и вода теплая. Так вот, дошли мы до озера. Такая вот красотища, кругом горы, горы и горное озеро. Вот. И с нами американская мечта Дива Бадлайт. Ну, в общем, красота. Лети, муха, лети! Thank you.
Вот наша тропинка пойдет туда, к низу. Вот сейчас немножко меньше масштаба. Вон, к низу. И туда, в лагерь. И вернемся на ночевку. И будем, как говорится, костер палить, жарить мясо, сосиски и пить пиво. В общем, будем отдыхать. И вот вам вид такой. Круто. Сосиски мне не очень понравились. Доброе утро, страна. Ух, пицца с сосисками. Да. Так, пришло время собираться, будем запаковываться. Вроде тент прошел испытание, палатка прошла испытание, все было прикольно, классно, в общем, понравилось. Будем дальше выезжать и тусить на природе. А сейчас время собираться. Собираешь уже все в обратной пропорциональности. Окошко закрыли, теперь надо закрыть это окошко. Одну с одной стороны, другую с другой стороны. Всему кругу доставать палочки и складывать в кармашек. Утренняя развлекуха. Палочки.
на кнопочки, чтобы заложить лестницу. Залазим. Делаем все листики, которые нападали. Заложено, в принципе, практически все. Сейчас вот еще остается сделать такое движение. Это взять теперь лямку, перекинуть на другую сторону. Все, я перекинул. Перекинул лямку. Все, берем их тут. Потихонечку тянем. Там воздух внутри должен выйти. Не спеша. Ну вот практически и все. Сейчас осталось только запихать вовнутрь. И на этом все. Все. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. Всем пока!